Привет, ребята! Привет, канал у Лизы! О, Лиза, что это у тебя такое? Кружка, мои маленькие пони! Вау, класс, доставай! Твоя собственная кружка? Да. И ты будешь из нее пить? Да. А что она такая не цветная? Не же красная? Так ее самому надо раскрасить. Да? Да. А чем? Специальными красками. Ух ты! И что, ты сейчас будешь красить? Да. Лезет. Это специальные краски. Эту кружку потом надо поставить в духовку, и краска закрепится. О, класс! У тебя будет крутая кружка! Я тоже хочу! О, я придумал! Сейчас, погоди, 5 сек! О, у меня есть теперь тоже кружка! Сейчас я маркером нарисую. Контур. Контур, да, как у тебя. Только у меня будет не пони, а ты. Ну, ты же червяк и любишь червяков. Точно, я люблю себя. И мармеладных червяков. Да. А у тебя кисточки есть? Есть. И вода? И вода. А у меня маркеры. Давай, ты уже начинай красить, а я буду рисовать контур. Хорошо. Ну что ж, попробуем. Ну что у тебя тут? Я смешала белый и синий. Получился голубой. Ну, начинаешь? Ух ты, у тебя классно получается. По-моему, очень неплохо. Лиза, смотри. О! Ух ты, как у тебя красиво получилось, червяк. Классно, да? Да. А у тебя еще остался голубой? Да. Да я тебе покрашу полоски. А у тебя что получилось? Вот что. Вау, покажи ребятам. Вау, круто. Лиз, смотри, я обвел. Так лучше? Ага. Все, начинаю красить. Красным цветом. Вау, какая у тебя клевая пони. Ты так красиво красишь, Лизунь, ты молодец. Теперь желтым. Желтый-то мне оставь. Ага. Я же желтый червяк. Еще чуть-чуть. Желтый можешь уже брать. Спасибо. О, ты уже заканчиваешь? Радугу, да. А мне белый остался. Лиза, смотри, я уже закончил. Ух ты, червяк. О! Классно получилось. Угу. Я смешала красный и белый. Получился розовый. Докрашиваешь? Как ты сделала малиновый лес? Я смешала синий, красный и белый. Да, молодец, у тебя получилось. Это здорово. И глаз. Краска высохла, идем запекать. О-о, Лиза, ты умеешь включать глаз? Нет. Я не умею. Надо позвать кого-то из взрослых. Мама!
Все, можете ставить. Спасибо. Запекать нужно 15 минут, а доставать, когда они полностью остынут. Эх, как долго ждать. Смотрите, какие у нас классные игрушки получились. Ага. Класс, правда? Да. Напишите в комментариях, какую игрушку вы бы хотели себе. Мою? Или мою. Да, ставьте нам лайки. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.